канун новогодних праздников Одинцовский отдел ГИБДД и 10-й батальон 1-го полка ДПС «Северный» проводят профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель». Инспекторы подчеркивают, что режим повышенного внимания именно к этому нарушению правил дорожного движения сохранится в течение всего праздничного периода. И напомнили, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 30 000 рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.